и в благодарность птица сделала то, что никто не ожидал. Лебеди не являются особенно ласковыми или дружелюбными птицами. Они всегда защищают свою территорию и могут быть весьма пугающими и даже агрессивными. Но то, что сделал этот спасенный лебедь, в корне меняет мнение об этих птицах. Ведущий телевизионного шоу «Born to Explore» Ричард Уиз в рамках своей программы посетила лебединый сад в Великобритании, где и приключилась эта удивительная история. Прогуливаясь по саду, Ричард увидел лебедя, который пострадал от столкновения с железным забором. Уиз помог несчастной птице и ухаживал за лебедем до тех пор, пока тот полностью не восстановился и не смог вернуться в родной сад. «Я прижал его к своей груди, чтобы он чувствовал себя комфортно и безопасно. Я чувствовал, как бьется его сердце. Он просто расслабился и обернул свою шею вокруг моей». Это потрясающее чувство, когда вы ощущаете связь и доверие этой не самой дружелюбной птицы. Просто этот лебедь понял, что я не намерен причинять ему вред, а лишь хочу помочь.